Всем привет! Меня зовут Ирина в форме, а это моя напарница Василиса, и мы рады приветствовать вас на нашей тренировке. Сегодняшнее занятие мы посвящаем укреплению мышц ног. При этом данная тренировка подойдет всем тем, кому запрещены стандартные приседания и любые сгибания в коленном суставе. По желанию вы можете взять утяжелители и тем самым увеличить эффективность тренировки. Первое упражнение – это разгибание ноги в тазобедренном суставе. И при этом мы данное упражнение выполняем в колено-локтевом положении. Занимаем исходную позицию, локти под плечами, колени под тазобедренными суставами. И на выдохе начинаем выпрямлять ногу в тазобедренном суставе. Вы можете здесь чередовать, и в сумме вам нужно собрать 20 повторений. Либо выполняем 10 раз для одной ноги и 10 раз для другой. В верхней точке стараемся пяткой вытолкнуть потолок. Второе упражнение для проработки отводящих мышц бедра. Исходная позиция снова колено-локтевое положение. И на выдохе начинаем отводить бедро в сторону, на вдохе опускать вниз. Снова выдох отвели, вдох вниз. При этом постарайтесь колено на пол не ставить, оставляйте его на весу. По 10 повторений для каждой ноги и таких 3 подхода. Третье упражнение прекрасно прорабатывает бицепс бедра. Это разгибание и сгибание ноги в коленном суставе. Выпрямляем ногу, затем сгибаем. Снова ногу выпрямили, согнули. Ногу выпрямили, на выдохе согнули. При этом нога у нас находится на весу. Если вы ногу параллелите с полом, то это просто идеально. Выполняйте по 10 сгибаний для каждой ноги и таких 3 подхода. И заключительное упражнение – это обратный стол с подъемом ноги. Исходная позиция – локти находятся под плечами, пятки находятся под коленями, корпус составляет одну ровную прямую, словно невидимая нить нас выталкивает вверх в потолок. Начинаем на выдохе поднимать левую ногу, возвращаем, затем правую ногу, возвращаем. Во время подъема старайтесь контролировать все тело. Не опускайте таз, старайтесь постоянно вытягиваться корпусом наверх. Здесь у нас шикарно работают мышцы спины, мышцы живота и, конечно же, мышцы ног. Таких 3 подхода и 10 подъемов ног. Мы желаем вам продуктивной тренировки и обязательно будьте в форме. Несмотря на любую погоду, занимайтесь спортом.